Ну, заседание Комитета по международной политике было первым у нас, с него начался вот рассмотрение всех предложений и замечаний, ну, проектов страны Ульяновской области. Я принимал участие, конечно, в этом заседании. Я хочу, если коротко сказать, что практически все предложения, которые были сформулированы Ульяновской областью, они включены в работу. Это очень важно. Во-вторых, и председателем комитета, и всеми выступающими была дана высокая оценка уровнем и масштабом интеграционных связей субъектов федерации с внешним миром. То есть отмечен очень положительный такой внешний тренд, потому что принимает участие в экономических и социально-финансовых, и социальных экономических проектах, культурных проектах более 30 стран. И у нас есть реальный такой вклад в консолидированный бюджет, в внутренние региональные продукты, и все участники и обсуждения были приятно удивлены масштабу и объему работ, которые внесется на внешнем контуре.